Факт Узбекистан гибрид сам, русь гибрид еще потому что Россия ходит да Узбекистан, Бортачилы, Бактриз, Хазалы, Бор, Азербайджаны, Бор, потому что Айти бьет у Сабр Хтурсель, альбаты Узбекистан 10 телда, я не Айти бьет, мама. Уважаем друзья, сегодня я расскажу недолго, расскажу, что мы все знаем, что президент указ был, да, и 15 июня подписал Владимир Владимирович Путин новый указ о внесении изменений старый указ, в указ президента 274 и как мы понимаем, все, наверное, знаем, были недоразумения, да, также со стороны сотрудников многие регионы, что данный указ вообще не действует, Вопросы задавали, что нас заставляет платить и поэтому в прошлый раз э, министерство внутренних дел дополнительно разъяснение, то есть давали, поэтому и к этому указу тоже 15 июня 6 часов, то есть МВД далее дополнительное разъяснение к указу 292, извиняюсь, 392. То есть коротко расскажу, тут несколько пунктов. Ну, то есть в указ вносится, что для иностранных граждан, которые выехавшие до закрытия границы, да, и при этом имеющиеся разрешение на время проживания, и также видно, видно, жительство, также свидетельство участник госпрограммы, да, не засчитывается период с 15 марта по 15 сентября в срок здесь указан документов. О чем это гласит? То есть граждане, иностранные граждане, кто имеет разрешение на время проживания, вида на жительство, которые выехали до закрытия границы, да, они, когда закрыта граница, соответственно, они не могут выехать и не могут сейчас заехать. И вот этот период не засчитывается. К примеру, гражданин, например, уехал в марте, да, 5 марта, выехал, и у него в мае. 5 мая заканчивается срок действия патента, то есть РВП, либо вид на жительство в мае. И с этого, смотрите, идет до сентября, май, июнь, июль, август, сентябрь. 4 месяца. И вот этот 4 месяца, он не засчитывается. Он, получается, будет срок действия сентября месяца, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. То есть до 2021 года. И по действиям также федеральному закону Российской Федерации, да, иностранные граждан, имеющие разрешение на время проживания, вида на жительство, да, не имеет права находиться за границей, за пределом России Федерации более полгода суммарно в течение одного года. Раньше было, то есть просто суммарно не было, полгода. То есть гражданин находился там полгода, приехал, неделя побыл, погостил, уехал опять на полгода. То есть полгода заново считается. Были которые изменения, да, в 2019 году, в ноябре в законы сил, которая вступила. То есть теперь суммарно считается. Если вы выехали на полгода, заехали, и должны быть здесь потом полгода. То есть вы не можете опять выехать. Это основание для аннулирования видно жительства либо РБП. Вот. И вот которые иностранные граждане выехали сейчас до закрытия границы, на них не будет данное вот это распространяться полгода. То есть вот этот мая, если они то есть в марте выехали, да, вот эти полгода с марта по 15 сентября не будет считаться. Они могут, могут потом после сентября заехать. Это первый пункт изменения. Ну и также этот достал, что в обозначенный период в отношении иностранных граждан не будут приниматься решения об аннулировании патента, РВП, вид на жительство, о нежелательности пребывания, выдворения, депортации и также. Ну это так и осталось. И также МВД обращает внимание, что 16 июня да, 2020 года осуществление трудовой деятельности гражданам необходимо решение на работу или патент. То есть без патента они не имеют права работать. Также 16 июня, если у вас действующий патент, вы обязаны оплачивать патент на доходу физических лис. Либо кто получил, например, да, с июля месяца, с июня месяца, если вы получили патент, вы должны оплачивать. Ну, для граждан вот это маленькая минус, что 16 июня, теперь июня, то есть без патента нельзя работать и авансы в платежи нужно производить. Ну и также, что вот это теперь, при этом иностранные граждане имеют право обратиться с заявлением о выдаче патента. И при этом, независимо от цели веса, также срока действия, да, то есть иностранный гражданин, заехавший на территорию Федерации, обязан в течение 30 календарных дней обратиться с заявлением о выдаче патента. То есть вот этот срок тоже не будет учитываться, это без соблюдения вот этого срока и без соблюдения цели въезда, то есть могут иностранных граждан подавать на патент. Но это было изменено для, для того, чтобы граждане, например, кто имеет цель въезда, у кого по черта, гости, часть, да не знаю, там еще что-то, и все, они, чтобы осуществляли трудовую деятельность, да, им дали добро, чтобы они могли обратиться о выдаче патента с заявлением. И также одновременно информируют, что работодатели также заказчику услуг в течение трех рабочих дней обязаны подать уведомление в орган МВД, да, управление по вопросам мигрантов о заключении и расторжении трудового договора. Если работодатели не будут подавать, это 18-15, часть третья идет. И штрафные санкции там нормальные такие, от 400 до 800 идет. Поэтому это от работодателя, то есть с работодателя не снимается данная обязанность. Поэтому, кто сейчас э, имеет, то есть временный учет, да, миграционный учет, то есть срок времени пребывания у кого действующий, вы можете подать на патент. Но обращаю внимание, многие вот вопросы задают, что можно ли без регистрации, без миграционного учета, до да, подать на патент? Нет, нельзя. У вас должна быть действующая регистрация, миграционный учет. Если у вас не будут, у вас не примут документы. Поэтому вставайте на миграционный учет, желательно где проживаете, и туда вставайте на миграционный учет. Просите принимающую сторону, это в его пользу будет. Потому что если он в течение 7 дней не подаст уведомление в миграционный учет, по части 4 статьи 18.9 Кодекса об административных нарушениях его привлекут от 2 до 4 тысяч штраф будет. Поэтому не надо за деньги делать регистрацию, кому-то отдавать, сделаем не регистрацию. Потом, когда вы подадите документ, вас примут, да? Может в базе не будет. А когда будет решение выносить УВМ, у вас нет в базе прописки, миграционного учета у вас нету. Это будет основание для отказа в выдаче патент. Поэтому вам нужно будет регистрироваться. Вот такие вот друзья, уважаемые друзья. yana bir assalomu alaykum aziz yurtdoshlarimiz endi hozir tushuntirib beraman <coughs> o'tgan safar ham 274 yuz prezident farmoniga ham tushunmavchilik bo'lgan ichki ishlar vazirligi tomonidan boshqa organ tomonidan ish beruvchi работdatelr tomonidan majbur qilib patentga pul to'latqizgan shundan keyin ko'p jaloba tushgandan keyin MVD mвд дополнительноsh qo'shimcha tushuntirish kiritilgan hozir ham bu 392. prezident farmoniga qo'shimcha bu 15. iyun kuni chiqdi qo'shimcha tushuntirish kiritilgan bunda основной moментlar uchta narsani aytib beraman aziz do'stlar xorijiy fuqarosi xorijiy fuqarolari kimda rvp va vid bo'lsa chegara yopilmasdan oldin chet davlatga chiqib ketgan bo'lsa o'zbekiston tojikistonga chiqib ketgan bo'lsa bemalol yurishlaring mumkin sentyabr oyigacha sizlarga mana shu olti oy mart oyidan sentyabrgacha bu, -bu srok hisoblanmaydi nimaga deganda bir yuz o'n beshinchi federal qonuni bilan rossiyada kimda rvp va bo'lsa rossiya chegarasidan chiqib ketgandan keyin olti oydan yurish ko'p mumkin emas hozir bu koronavirus tufayli shtraf qilinmaydi vid rvp va aut qilinmaydi o'shaning uchun shu olti oy sentyabrdan keyin bemalol yo'l ochilgandan keyin kelsalaring bo'laveradi bir oy turasizlarmi ikki oydan keyin kelasizlarmi chunki ana shu olti oy hisoblanmaydi olti oy sentyabrdan keyin hisoblanadi va keyin ikkinchi varianti nimasi shu xorijiy fuqarosida chet davlat иностранный граж agarda kimni rvps er bo'lgan bo'lsa срок дейсsтвияsi endi xudo biladi hech kim bilmagan buni bu bo'lmagan holatda bo'lgan chegaralar yopilgan chegaradan chiqib ketganda chegara yopilmasdan oldin may oyida deylik rvpsi bilan vid srogi tugab qoldi may iyun iyul avgust sentyabr to'rt oy sizlarga sentyabrdan keyin qo'shiladi chunki bu yerda yozilganki martdan sentyabrgacha shu срок hisoblanmaydi rvpsi vidi tugab qolsa ham kelib libо продления qiladi libо vidga topshiradi rvpsi bor odam vidga topshiradi vidi tugagan odam vidga продление qiladi bu нарушение hisoblanmaydi va rvp bilan vidni anu qilinmaydi <coughs> uchinchisi что иностранный гraжdanlarga chet davlat fuqarolariga mart oyidan sentyabr oyigacha patent anoит qilinmaydi vid на RVP рвп ano qilinmaydi va отказ qilinmaydi bironta dokumentlarda также сотеет пересления bo'lsa ham shular ham anno qilib va deporтatsiya qilinmaydi выдворение qilinmaydi о нежелательность пребывания h m qilinmaydi о нежелательноть пребывания degan bu основной kasalliklarga tuprikulozniylar mana bunaqa o'tirib chiqqanlari bor основной zonadan ularga уже сразу qo'yib qo'yadi zonadan chiqishdan oldin o'n besh kun bir oy oldin qo'yib qo'yadi нежелательность пребывания deyiladi keyingisi ichki ishlar vazirligi shunga ahamiyat berishyaptiki что o'n oltinchi iyundan ikki ming yigirmanchi yildan patenti yo'q odam patentga murojaat qilishi mumkin цель въезда bu yerda rol o'ynamaydi kimiki частный bo'lishi mumkin kimiki гости bo'lishi mumkin shu insonlar agarda shu fuqarolar hozir ishlaymiz desa albatta patentga murojaat qilinglar заявление topshiringlar no patentdan patentga topshirishdan oldin sizlarda registratsiya bo'lishi kerak registratsiyani qilib keyin patentga topshirasizlar iloji boricha meni sizlarga maslahatim propiska qilgan joylarda odamlarga pul berib qilmanglar bu degani keyin mana ko'p savol bo'ladiki aka deydi biz patent topshirdik patent olgani borsak bizga откaz kelyaptiki <coughs> atkaz kelayotgani sababi bazada registratsiyamiz yo'q deydi bu insonlar pul bergan pul bermanglar yashayotgan joylaringga qo'yinglar liba lib нормалni joyga qo'yishinglar kerak iloji bo'lsa qayerda tursalaring o'sha yerga хозяин принимающая сторона deyiladi qabul qiluvchi tomon tamam. shu odam boradi sizlarni borishiglar shart emas ufmс borib sizlarni registratsiyaga qo'yib olib kelib beradi sizlarga shu va uchinchisi sizlarni ishga olgan odam bu yerda ichki ishlar vazirligi MVD tomonidan дополнительно tushuntirish kiritilgandan keyin bu aytilganki ishga qabul qilgan odam bu hozir endi ishga qabul qiladigan odamga atalgan bu gaplar обяzaтельно 3 kun ish kunida уведомление topshirib qo'yish kerak xabarnoma xabarnomani UVM ga topshirib заключение трудового договорa mehnat nimasini shartnomasini

hozir ko'p ko'pishi aytishadi bizda chasni qilganmiz registratsiyamiz yo'q nima qilsak bo'ladi deydi shunaqa insonlarga kim hozir registratsiyasi bo'lmasa chasni либо gости chizilgan bo'lsa agarda patent olmaymiz ishlamaymiz desalaring 15 beshinchi sentyabrgacha registratsiya qilmay yursalaring ham bo'laveradi agarda yo'q ishlaymiz desalaring registratsiyani qilib vaqtincha dəv, yashash davrini muddatini cho'zdirib keyin patentga murojaat qilinglar hastn qilinganmi gosti qilinganmi hozir shunga plyus добро berildi mumkin hozir patent beriladi mana bugun uchtasinikini topshirdik biz altay крайda unaqa tushunmarchilik yo'q degan so'zlar bo'lmagan satrudniklar biz tomonda yaxshi hammasi указlarni prezident farmonini ertasi kuni hammasi qabul qilib четкий qilib нормальный qiladi соблюдения yaxshi bugunga shu aziz do'stlar xudo olsa yana videomiz chiqadi bir ikki kunga hozir montaj qilishyapti sudda bo'lganmiz bir ozarbayjon do'stimizni sudlashdi vidna bo'lgan 4 ta shtraf qolgan xudo olsa mana ikkitasini отменят qilganmiz bu ham videomiz chiqadi <coughs> hammalaringga minnatdorchilik bildiraman aziz do'stlar mana kommentariy yozib yozyopsizlar shunchalik menga minnatdorchilik bildiryapsizlar otangga a rahmat otang onangga rahmat deysizlar man sizlardan mingdan mina roziman minnatdorchilik bildiraman sizlarga yana bir rahmat hamisha qo'llab quvvatlab turinglar va sizlarni kommentariyalarni ko'rib klasslarni bosib savollaringni o'qib man yana energiya olib yana videolarni chiqaraman xudo xohlasa hammalarga sog'lik salomat bo'linglar aziz do'stlarуважаемые друзья всем добра не болейте берегите себя и своих близких до